Всем привет! Сегодня мы будем слушать 2000 ярдов. Просто 2000 ярдов. Трек называйте «Верните в моду любовь», друзья мои. Я за любовь. Не знаю, как вы, мальчишки, но я считаю, что любовь в жизни должна присутствовать у каждого. Ну, кто-то должен о ней мечтать, а кто-то должен хлебнуть ее по полной. Вот. Ну и сейчас мы узнаем, что там 2000 ярдов про эту тему пою. Напоминаю вам о том, что мы есть в телеграм-канале, мы есть на игровом канале моего сына Максима, я есть на Литресе, где выложил две книги, и заходите туда к нам на огонек. Также напоминаю о том, что мы собираем донаты на новую камеру, участвуйте в нашей покупке. Для этого нужно немножко нам подонатить, и будет вам всем счастье. Ну а пока что верните в моду любовь. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток. Где-то я это слышала. Если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз. И если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Я очень устал в одной из квартир. Частичку себя я тебе подарил. Все растерял, нет больше сил. Бьет в мои глаза, но эмоционально я не знаю я, что сейчас со мной. Если б знал ты, как страдаю я, никогда бы не оставила меня. Да пойти то, что ты останешься, а я останусь, даже если дождя не будет. Среди кромешной тьмы, холода, сигарет, сидеть и ждать момент, который не наступит. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз. И если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Верните в моду любовь, где было очень тепло, и только рядом с тобой я забывал обо всем. Верните в моду любовь, десяток искр из глаз. И если плачешь ты, то давайте прямо сейчас. Вот, друзья мои, мне вот любопытно ваше отношение к любви. Может быть, вы там в комментариях поделитесь, была ли она у вас, настоящая она была, или вы тут игрались, и чем она для вас закончилась. Потому что, допустим, я, ну, как бы я в силу своего возраста уже не помню, чему научила меня моя любовь. Вот, но на примере своих сыновей сделала вывод, что любовь — это такая тяжкая ноша. Да, сыну? Ну, типа того. Вот, она помимо положительных эмоций дает столько отрицательных, и ты как бы мечешься между этими двумя чувствами, от ненависти до любви один шаг, и как бы и думаешь, нафиг вообще сдалась эта любовь, да, сынок? Да, сынок. Угу. Вот. Но, с другой стороны, без нее скучно жить, друзья мои. Поэтому напишите, как вы относитесь к этому чувству, положительное или отрицательное, и чему она вас научила. Потому что, ну, в жизни, если уже как бы тебе повезло встретить свою любовь, и вообще надо попытаться ее сохранить. И это самое сложное. Но тем, вот, верните в моду любовь, друзья мои. Я почему задаю вам вопрос вашему поколению? Напишите, есть она у вас, была, или вы планируете, что она все-таки, надеетесь на то, что она будет. Давайте все вместе в этом бушующем мире поговорим о любви и сделаем этот день, когда выйдет этот трек, ну, хорошим днем про любовь.
То есть будем говорить о любовь. И в моде она у вашего поколения или нет?